Добрый день. Сегодня вот я получила очередную посылку с Алиэкспресс. Сейчас распечатаем ее и посмотрим поближе. Смотрим поближе. Вот такой пакет. Шла посылочка мне 20 дней. Быстро. Здесь купальник. Пришел вовремя. Еще назагораюсь и наплаваюсь в нем. Бюстгальтер. Цвет не показывает та камера. Цвет ярко-голубой, красивый. Плавочки. Так, посмотрим плавочки. Вот здесь рисунок, цветочки, блесточки небольшие. По бокам вот завязочки такие стягивали. Внутри на подкладке. Кстати, размеры купальников в этом магазине, что я покупала купальник, соответствуют объемам, те, что мы измерили. Все нормально. Бюстгальтерчики такие. Бюстгальтер. Меня что привлекло в этом купальнике, что нет поролона такого толстого, вкладывают. Есть купальники, чашечки твердые. Мне это не надо. Я хожу, если на наше озеро, то плаваю все время. То тот купальник не высыхает с теми чашечками, то я вот такой и хотела. Тоже здесь цветочки, блесточки. На шею одевается, здесь подтягивается по бокам. Застежка. Какая? А, вот. Интересная застежка. Без чашечек, как я говорю, подкладочка. Косточки есть, вот форма будет держать. Сейчас я покажу, насколько это прилично, немножко покажу на себе. Такой бюстгальтер, вот здесь сборочки, все прилично, все входит, ничего такого вызывающего нет, все нормально. Размеры там на сайте всевозможные и цена приемлемая. Еще раз скажу, жаль, что цвет не показывает камера, какой тут есть. Очень яркий, хороший голубой цвет. Ссылочку на купальник оставлю под видео, как всегда. До новых встреч на моем канале. Всего вам доброго.